Привет, 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 привет. У нас очередной проект. У нас очень замечательный проект. И здесь можно заработать очень хорошие деньги. Значит, вот так выглядит основной сайт. Мне вообще здесь все нравится. Обратите внимание, что здесь представлено множество языков различных. Соответственно, реклама дается на достаточно большую аудиторию. И сейчас уже за один день работы он стартанул 3 часа ночи. Я не понимаю, почему здесь отображается один день. Ну, вот в 3 часа ночи он стартанул. Уже, как бы, сами видите, 2000 человек, которые вложили 23 тысячи долларов. Это достаточно крутой результат. Давайте посмотрим, что предлагает нам, собственно, этот проект. Значит, здесь есть тарифные планы. Либо от 1 доллара на 24 часа это 11% к вашему депозиту, либо от 300 долларов 28% на 48 часов и от 1000 долларов 45% на 72 часа. Ну, естественно, большинство людей выбирает вот этот первый тариф, как, собственно, и я. И вот так выглядит мои депозиты. Значит, я вложил все остатки, которые у меня были, в Киви и в Эфириуме. И кроме того, сейчас по мере того, как мне поступают новые и новые платежи, я реинвестирую это сразу же. И, кстати говоря, кто хочет рефбэк, тот переходит по моей ссылке, которая будет в описании, и получает 50%, это где-то 3% от вашего депозита. Кроме того, всем участникам, кто сюда заходит, начисляется просто так 5 баксов. Просто так, на халяву, в пейере. То есть их вывести можно будет только через 24 часа, как я понял. Вот, что еще можно сказать? Если вы захотите тоже реинвестировать, то, чтобы получить рефбэк, вам сначала нужно из этого сайта вывести деньги и только потом заново как бы их класть. Если вы нажмете кнопку «Реинвестировать», то вы тогда не получите рефбэк. Понятно? Думаю, понятно. Вот, что касается того, сколько проживет этот проект. Ну, я не знаю, сколько он проживет. Мне кажется, неделю. То, что он проживет до 31 числа включительно, в этом я 100% уверен. Дальше уже риск. И вот эти два сегодня и завтра, все эти дни я буду чисто реинвестировать. Возможно, к 30 числу я уже отсюда выйду, потому что нужно уметь остановиться и довольствоваться тем, что вы заработаете. Ну, в принципе, 11% за сутки – это шикарный результат. Немногие такое дают. Но до этого был проект, я вам показывал, там от 5 до 100% в сутки он продержался 4 дня. Но здесь, видите, как видите, процент как бы пониже. Но поэтому я и говорю, что вполне возможно, что недельку продержится. Кроме того, здесь, как видим, достаточно много языков и достаточно большая рекламная кампания на разные страны. Таким образом, это говорит о том, что проект более долгосрочен. Ну, соответственно, вложить можно через различные платежные системы, какие вам удобно. Мне понравилось Киви, потому что вообще комиссии нету. Также у нас здесь есть Яндекс, Visa, Payeer, в Payeer комиссия. В Advance нет комиссии, Advance Cash. Ну, криптовалюты тоже советую. Очень быстро приходят все транзакции, как на ввод, так и на вывод. Вот такая вот штука. Очень советую этот проект. Зацените, скорее заходите, зарабатывайте вместе со мной в моей группе ВКонтакте. Я раньше всего выкладываю эту информацию, поэтому присоединяйтесь, кто этого еще не сделал. Всем удачи, всем пока.